Всем привет! Меня зовут Сергей, и вы на канале Декайн Украина. Сегодня у меня на обзоре самая покупаемая и самая популярная модель перчаток для горнолыжного спорта Декайн WristGuard Glow в цвете Black. А теперь давайте же разберемся, чем эти перчатки так цепляют лыжников и сноубордистов по всему миру. Внешний материал перчаток – нейлон и полиэстер с водоотталкивающей пропиткой, благодаря которой вода не впитывается, а скатывается с материала. Ладонь выполнена из армированной резины для лучшего сцепления. Дополнительно встроены специальные элементы, чтобы было более мягко падать на ладонь. Мембрана DK Dry – это высокого качества, водостойкая, ветрозащищенная и паропроницаемая мембрана, разработанная компанией DK. Сверху расположено два уровня водонепроницаемой и воздухопроницаемой пленки для защиты ткани, которая эффективно удерживает тепло внутри, позволяя при этом удалять влагу для максимального комфорта во время активной езды на лыжах и сноуборде. Водостойкие полиуретановые вставки не дают проходить воде извне, удерживая руки в тепле и в сухом состоянии. Утеплитель синтетический High Loft, подкладка флис. Могли бы добавить сюда еще и шерсть, она была бы не лишней, а перчатки были бы теплее. Степень тепла 4 из 5. Модель довольно теплая. Ну что ж, давайте мерить. Перчатки держатся на руке с помощью дополнительных шнуровок. Фиксация, липучка и затяжка. Основание липучки надежно вшито, что не даст ей возможности порваться при длительном использовании и прослужит долго. Сама по себе липучка довольно широкая, на мой взгляд этого вполне достаточно. Благодаря ей перчатка не будет ерзаться по руке, а затяжка предотвратит попадание снега вовнутрь. Перчатки защелкиваются между собой с помощью небольшого фиксатора. По качеству выполненной работы придраться не к чему. Все очень хорошо. Швы крепкие и надежные. Сама по себе перчатка довольно удлиненная, а в манжет интегрирована специальная защита. Это пластиковые пластины, которые очень крепкие и не мешают при катании. Нижняя и верхняя пластины вставляются в небольшие карманы на липучках. Наличие такой защиты считаю очень правильным решением, так как это снизит риск получения травмы запястья, особенно при экстремальном катании. В любой момент защиту можно достать из перчаток. Как это работает? Да очень легко. Защита ограничивает излишнюю гибкость и подвижность кисти, тем самым защищая запястье от перелома. То есть это своего рода шина, только шина накладывается после перелома или вывиха, а у нас она встроена, чтобы предупредить и уберечь. Возможно, немного неудобно на руке, но зато уровень защиты очень высокий. Рекомендую. В итоге получился хороший рабочий вариант перчаток с мембраной и защитой для запястья. Данные перчатки выпускаются в разных вариациях цветов для мужчин, женщин и детей. Размеры от самых маленьких до самых больших. Но купить такие перчатки вы можете в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании. С вами был Сергей, интернет-магазин dekainshop.com.ua. Ставим свои лайки, подписываемся на канал и следим за новостями. Пока, до новых встреч!